Приветствую, дорогой зритель! Сегодня мы послушаем группу FT Island с песней Serious, и перед просмотром попрошу вас зайти в описание и подписаться на Telegram, чтобы как бы я не пропал, вдруг YouTube пропадет, и опять же в Телеграме можно будет писать, какие песни, треки можно послушаем. Также в Телеграме будут выходить ссылочки на реакции на кино или дорамы и сериалы. Не забудьте подписаться, мне будет очень приятно. Поехали! Step towards my car, so hand me in. I'll tell you what I want, never changes till I die. Почему так быстро? Мало Хонки, мало Джейджина. Вот. Потому что мало песни. 3 минуты — это очень мало. Что хочу сказать по исполнению и по песне. Как мне писали те в клипе, где я слушал Burn It, их не исполнение, что у них больше здесь клип. Человеку понравился, а припев больше там. Я, кстати, с вами соглашусь. Тут припев более насыщенный. Именно музыкальный, именно... В голосовом стиле просто куплет, именно припев здесь, именно припев, он как бы как свой, как родной, как будто ты уже слушал где-то вот эти вот мотивы в их песнях. Хонки, его голос, музыкалка, вот оно родное. А именно куплеты здесь очень-очень насыщены. Мне здесь они больше понравились в плане чего-то нового. А куплет, как всегда, хочу послушать, буду слушать. Вот. Для фанатов как раз таки FT Island. А, и кстати, меня здесь больше удивил еще Джей Джин голосом. Почему его так мало? Мне бы хотелось бы, чтобы он больше пел в песнях. Вот.
Так вот понравилось. Вроде все сказал. Пишите в комментариях, как вам трек этот и ваше впечатление о нем. Ну и увидимся на канале. Всем до скорого. Пока-пока.